Поэтому... Насчет Жени, у нас продолжились отношения, и от него пошла такая фигня, то, что просто: «Люб, дай денег». То есть он не стеснялся никогда, он всегда просто подходил: «Дай, дай, дай, дай». То на сигареты, то еще на что-то, то просто так ему лекарств нет, а он, допустим, приболел. То просто мне его жалко, кушать у него нечего, приношу ему еду, заказываю, ну вы это видели. И просто у него такая фраза, то что родители уплачивают кредиты и же едят одну картошку. Блин, ну... Пришла мама, отобрала мне маску. Привет, девочки. Да, Женя тут еще про хвост. Как говорится, он... Я, как сказать, переживаю немножко, извините за то это. Вот. Тут еще про хвост, потому что он, когда Люба была в больнице, да и когда потом, когда вышла, он, не стесняясь, совершенно, как говорится, занимал у меня деньги, просил, как он говорил: «Женя, я, наверное, обращаюсь к тебе, если ты это слышишь. Все-таки, как ты мне говорил, что твои слова, как объяснить-то, можно же у друзей брать деньги? Вот заметь, у друзей брать можно, у девушек нет. Девушек стараются поддержать, особенно те, которые с ребенком. Стараются поддержать наоборот, и морально, и физически, а не наоборот. А ты старался, чтобы тебя только...» Это было на тот момент. Работает, у него вроде все хорошо. Работает, у него вроде все хорошо, наконец-то. Поэтому сейчас я ничего, если что, плохого сказать про него не хочу. Я говорю на тот момент. И на тот момент у меня появлялись подозрения, то, что у него появилась какая-то девушка еще, потому что он постоянно с ней терся, постоянно, потом, как он мне рассказал, пытался меня обсуждать, а она в итоге меня просто обсирала. И получается, у него одно видео в ТикТоке было с песней, то, что вот я это написал прекрасно одной девушке, и там в словах он говорит то, что брошу все и уеду за тобой. И через день он улетает в Москву. И тот момент расставания нашел, получается, еще утром все было хорошо, он говорил то, что любит меня, и потом просто резко меня бросает. То есть у меня шок, у меня все мысли в голове насчет этой девушки, его, и поэтому я себя так повела на тот момент. И просто я знаю, каково расти без отца, когда понимаешь то, что ты не нужен. То есть все равно тоже ощущается то, что тебя бросили, то, что ты не нужен, у тебя нет папы. Когда у всех есть, это все равно обидно. Блин, опять ну. Поэтому я не хотела такого Тимохи. И когда Женя меня только бросил, то есть, ну что, пустота какая-то, у тебя просто злость, нервы, всякие мысли в голове, и думаешь, что. То есть я понимала, что я хочу ребенку папу. Просто самое простое. Но я пошла к Артуру. Блин. Меня понять тоже можно. С Артуром было все хорошо первые несколько дней. Потом у него снова в приоритете стали гулянки, друзья, машина. То есть он катается где-то всегда. Потом снова: помоги мне с ребенком чуть посидеть. Нет, я с друзьями. Нет, я не могу. Ну и я порвала с Артуром. Мы снова начали общаться с Женей, потому что понимали то, что чувства друг друга все равно остались. А на тот момент он уже жил в Москве. То есть я полетела в Москву к нему, сняли квартиру на месяц, то есть жили, все было вроде как нормально. Ну, ссоры по мелочам, но это у всех бывает. А дальше у нас какая-нибудь ссора, он моей маме говорит: показывай на ребенка, мне что ли надо, все, почему я должен это все терпеть, показывай на ребенка. Потом мы мирились с ним. Он мне говорил то, что... Представляешь, как бы было бы хорошо, если бы мы жили просто вдвоем. Я только что посмотрела историю Жени. На вопрос, вместе мы или нет, как я поняла, мы не вместе. Только по его сторис. Мы ничего не обсуждали друг с другом. Тупо Женя. Извините. И просто в очередной раз, еще только вчера: все хорошо, я тебя люблю, но все будет хорошо, мы со всем справимся. И сегодня хочу пожелать Любе удачи. Пусть у нее все будет хорошо. Ну да, Женя же теперь.
классный, хороший, как его показали в шоу. Он теперь всем нравится, у него много фанаток, поклонниц, много подписчиков. Ну да, зачем ему нужна теперь я? И я снова его не понимаю. Еще вчера, давай, мы со всем справимся. Выпуск делает из нас еще сильнее. Все преодолеем, все вместе, я тебя люблю. А сегодня, даже мне ничего не говоря, просто бросает меня в сторис. Это просто 21 век. Мужчины 21 века бросаем девушек просто по сторис. Из хороших новостей сегодня Тимофею целых 3 месяца. Сейчас Женя позвонил, сказал то, что все, мы больше никогда не будем вместе. То, что посмотрела, как я выгляжу со стороны, для него это смешно. Мои детские аргументы во всем. Хотя снова в очередной раз говорил то, что понимает, все будет хорошо. Ладно, я уверена, у него все будет хорошо. И что им делать, все к лучшему. Типа, ну, прошлое не исправить уже никак. Я реально понимаю, какая это задница. А тебя я хочу поддержать, так что не слушай этих всех козлов своих хейтеров, они будут много чего говорить, ну ты потом с этим свыкнешься, так что не обращай на них внимания, просто забей, серьезно, вот возьми и забей, и на этого Женю забей, и на этого Артура. Касательно Любы, что я могу сказать? Очень много вопросов по поводу нее, я хочу ответить то, что я хочу пожелать ей просто всего самого наилучшего, отношусь я к ней совершенно нормально, и я уверен, что у нее все будет хорошо. Обязательно зайдите в Инстаграм Любы и посмотрите ее сторис. Там столько интересного. Давайте так, ребят, короче, насчет того, что сейчас происходит, да, между нами с Любой, тяжелый момент. Но я не хочу быть с ней вместе, и мы не будем вместе. Вот. Потому что, ну, это, как я и говорил, сложные отношения, токсичные отношения. Я не знаю, что нужно делать в этих отношениях, чтобы все было хорошо. Мне уже намного легче, я уже, слава богу, успокоилась и нормально себя чувствую. Мы с Дашей зашли в антикафе, сейчас смотрим обзор Юлика. И, кстати, насчет инспектора, многие спрашивали, она просто приходила для того, чтобы просто все заполнить, потому что в шоу мы выставили на всеобщее обозрение, и они обязаны составить протокол и всех опросить. Нам сказали, чтобы мы не переживали, то, что все хорошо, это им просто для галочки. Я очень стараюсь отвлечься от всей этой хрени, а то я очень сильно себя начала загонять. Мне было очень плохо сегодня, вообще не могла никуда выйти. Но после психолога я прогулялась с мелким, потом снова слезы, надолго психолога не хватило. И сейчас выбралась посмотреть обзор моего выпуска. Мне сегодня вечером написала Даша, у нее проблемы с парнем, они поссорились. Мы выбрались в антикафе. Сейчас он приехал, я жду, когда они уже поговорят, наконец, да. Даша! Просто люди, если вы любите друг друга, никогда не расставайтесь. Вот это очень грустно. Просто мы на тик-то похожи с Дашей? И нам часто пишут то, что друг друга клонировали. И, короче, это прошлый ТикТок похож, как будто это я сижу с внутренним голосом разговариваю. Внутренний голос, психолог. Люба, прекрати говорить плохие вещи про девчонок. Они совершенно нормальные, и ты не вправе называть их так, как ты их называешь. Ты их даже не знаешь. Прекращай, это уже не смешно. Да, и спасибо адекватным людям, которые понимают, что ничего такого нету, что мы просто... Да, и очень смешно, что эта Люба пытается меня шантажировать тем, что она забрала мой военный билет. Это уже, ну, край, правда. Прекращай.